Стать персонажем картин теперь могут и жители Саратова. Широко известная во всем мире 3D-выставка открылась в минувшие выходные на проспекте Кирова. Галерея является новым направлением среди выставочных мероприятий в России, в котором фотосъемка не только не запрещена, но и является неотъемлемой частью выставки. Поэтому главный девиз – трогать картины приветствуется, фотографироваться разрешается. На фотоснимках посетители выставки могут оказаться в пасти акулы, сразиться лазерным мечом с Халком или помериться мускулами с Кинг-Конгом. Всего в галерее представлено 27 картин, включая нарисованные профессиональными художниками. Над их созданием трудились лучшие дизайнеры разных городов России и стран СНГ. В нашем городе работать выставка будет в ближайшие 3 месяца. Это уникальное мероприятие, у него нет аналогов в нашем регионе. Наша экспозиция представляет более 30 картин на различную тематику. То есть здесь можно побывать на Луне, можно пройтись по красной дорожке, прыгнуть в парашют, оказаться в пасти акулы. То есть мы постарались собрать специально для вас максимально большую экспозицию, потому что, в принципе, 3D-искусство – это новое направление.